среду в Самарской области малооблачно, местами пройдет небольшой дождь. Днем плюс 19, плюс 21, ночью 11-13 выше 0. Ветер западный 4-6, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, в дневное время плюс 19, ночью плюс 11 градусов, западный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь, днем 18, тепла, ночью 12 выше 0, западный 5 метров в секунду. В Самаре малооблачно, днем плюс 19, ночью плюс 12 градусов, западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 50%, геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.